Всем привет, вы на канале DeepAJet. Сегодня я хочу снять мою коллекцию ОПС. У меня их 187. Начнем. Первый это Джейд. Ну, вот такая. С блестками. Вторая Джейд без блесток, которая шла в другом наборе с ванной и кошечкой. А кошечку я потеряла в музыкалке. Ну, то же самое. Белый шарнир. И, кстати, у нее хвостик оторвался случайно. Вот. Сначала, ну вот посмотрите, у этой же тут есть номер, а у этой тут нету. Это тут у нее грязно, потому что я ее с собой брала гулять. Ну, их двое. Ну, вот эту я не доставала, а вот эту доставала. Короче, вторая Джейд. Потом идет вот такая Рокси. Это тоже подарок на день рождения, как вот этого Джейд с блестками. Ну так эту Джейд мне племяшка подарила, а вот эту Рокси мне подарила мама с младшей сестрой. Я была еще в это время с Питера. Ну такая вот Рокси. Потом идет Остин уже весь потертый, ну так на мордочке. Остин. Потом идет такая вот Эдди. Ну Эдди, вы знаете Эдди. Потом идет Трип. Это подарок был на 23 февраля. Странно, конечно, но я там получила хорошие оценки, и мы с папой пошли в Вольгу. И у него он до сих пор не потертый никакой. В отличном состоянии. Ну, короче, это Трип. Потом идет вот такой вот Квинси. Потом идет такая вот стоячка. Она 2006 года. А я родилась в 2008. Отлично. Потом идет такая вот стоячка. Она тоже 2006 года. Потом идет птичка из газировки. Она вторая серия. Ну, ой. Эта газировка была первая серия. Потом идет такой вот хомячок. Волосы. Ну, вот такой вот хомячок. Потом идет такой вот олененок. Потом идет вот такой вот мишка. Потом идет такая вот совушка. Кто не смотрел распаковку, смотрите, если хотите. И распаковку вот таких вот стоячек. Там идет такая вот совушка. Потом идет такая вот лисичка. Потом такая вот лисичка, опять без хвоста. И она тоже из Питера. Только в Питере я была еще 2 года назад. И в этом году. Такая от лисички, я ее назвала Фрэнки. Ну, имена пэтов я не буду говорить. Потом идет такая вот кошечка с пушистым хвостом. Потом идет вот такой вот енотик. Ну, или красная панда. Ну, мы. Ну, это моей сестры вообще. Это для нас красная панда. Ну, тоже с пушистым хвостом. Потом идет такая вот кошечка из набора. Потом идет вот такой вот мопсик. Тоже из баночки, только со второй серии. Потом идет такая вот собачка, тоже из набора. Потом идет такой вот павлин, который даже не помещается в кадр.
Еще один павлин. Он тоже из Питера. Потом идет такая вот бабочка. Она не в ржавчине, это просто на камере видно. Ну, она вообще желтая. Я ее никогда не мыла из-за крылышек. Ну, вот такая бабочка. Дальше идет вот такой вот фламинго. Потом идет такой вот леопард. Ему уже год. Я прошлым летом его купила. Ну, и он в хорошем состоянии. Потом идет такая вот кенгурушка. На ней тут две блестки от павлина. У первого, который голубенький. Такая вот кенгурушка. Потом идет такой вот котик. И сори, то, что... И сори, я на Rose LPS просто... Я решила так попробовать на своих пэтов. Ну, на только этом пэте. И выглядит довольно круто. Да. И вот такой вот котик. Потом идет такой вот корги. Потом идет вот такая вот собачка. Потом идет такая вот собачка. Потом идет такой вот крабик. Потом идет вот такой вот крабик. Потом идет вот такая вот стоячка. Ну, из новой коллекции. Потом идет такая вот тоже стоячка, только она в худшем состоянии. Ну, конечно, ей 3 года. Ну, она все равно классная. У нее опять нету хвоста. Потом идет такой вот собачка. Он тоже не в лучшем состоянии. Нам его купили в 2016 году. Ну, такой набор. Потом идет такая вот лягушечка. Она в хорошем состоянии. Хотя ей год. Ну, да ладно. Потом идет жираф. Потом идет такой вот кролик. У него тут на следующий день из-за утюга, что ли, не знаю. Ну, глазик размазался. Ну, ничего страшного. Ну, тут на нем блесточки есть. Это специальный такой лак. У нас продается. Ну, вот такой вот кролик. Потом идет такая вот собачка. Тоже не в лучшем состоянии сзади. А впереди, ну, довольно нормально. Потом идет такая тоже собачка, тоже не в лучшем состоянии. Ну, вот эта вот женщина у нее была вообще ужасная, но теперь получше стала. Ну, в реальной жизни ее, ну, незаметно. А на камере заметно. Потом идет такой вот лебедь. Тоже не в лучшем состоянии сзади. А спереди нормально. Потом идет такая вот... Ну, такой вот кот. Тоже, по-моему, сиамский, не знаю. Тоже не в лучшем состоянии. Вот что значит, когда моешь пэтов белых. Ну, он в реальной жизни даже получше по состоянию. Потом идет такая вот лошадка. Потом идет такая же лошадка, только другого окраса. И у нее грива, там хвостик, копытце, ну и вот мордочка серебристая. Ну, такие золотые. И это из такой вот коллекции, старо-новой. Потом идет такая вот кошечка, с ней очень много историй. Она тоже из Санкт-Петербурга, только не в этом году, а 2 года назад. Я тоже была в Питере, я уже вам говорила. И у нее тут... Ну, голова уже оторвалась и не один раз.
Ну и моя мама, ну, сделала там, ну, какую-то проволоку и в печи там сделала, ну, ее, чтобы она была горячей. Ну, короче, и починила мне Пэта. Спасибо ей огромное. Потом идет такой вот розовый кролик. На камере он почему-то грязный. И такой в ржавчине. Ну, на самом деле нет, в реальной жизни он просто розовый, в идеальном состоянии. А на камере почему-то... Да. Потом идет такая вот ящерка. Ну, это вообще в виде Гавина, но это другая серия, и Гавин у нас есть. Только он совсем маленький поэт. Потом идет такая вот собачка. Потом еще один кролик. Тоже тут грязненько немножко. А еще он тоже в хорошем состоянии. И ему годик. Ну, этот пэт у меня уже год. Потом мне идет этот док, но он тоже на камере не в лучшем состоянии. И как всегда, в реальной жизни он получше. Так, почему-то тут грязно. Ну, за кадром оттеру. Потом идет такая вот собачка. Она тоже... Чё это? Главное, чтобы сестра не заметила. Такая вот собачка. Она... Ай. Тоже из Питера, только в этом году. И она уже успела запачкаться. Блин, ну что это такое? А, это оттирается. Фух, слава богу. Нормально. Приступим дальше. Потом идет, ну, собачка. Ну, или же, блин. Ну, или хаска. Потом идет морской конек. Вот такого тоже не в лучшем состоянии. Это была бабочка, теперь это у нас муравей. Тоже таким же лаком покрашенный. Тоже не в самом лучшем состоянии. Я тут пыталась у него реснички оттереть, но не получилось, как видите. Потом эту голову просто без тела. Эх, хнык. Я пытаюсь то же самое у мамы попросить, чтобы она также сделала мне этих пэтов. И я бы хотела вот эту таксу сначала сделать. Ну или вот... Хотя нет, вот эту вот пёсик я бы хотела сначала сделать, потом уже таксу. А это вот в последнюю очередь. Теперь идут средние пэты. Сначала идет такой вот бычок. Он очень классный. Правда, у него тут царапинка, когда я и моя племянница открывали набор. Ну, поцарапали ножницами или ногтями, не знаю. Не помню уже. Ну, не, по-моему, ножницами. Ножницами, да. Ну, вообще, это классный бычок. Потом идет вот такая вот обезьянка. По мультику это, ну, и по вкладышу я смотрела, это Клинс. Это, кто не знает, обезьянка. Помощник Беф. Ну, это у меня теперь девочка и... Ну, обезьянка, короче. Потом идет такая вот собачка. Это физрук. Ну, короче, тоже посмотрите. Я, к сожалению, не могу сделать ссылки. Я, конечно, умею, но не на этом телефоне. Потом идет такой вот крокодильчик. Потом идет такой вот павлин, только маленький. Потом идет типа такая летучая мышка, я не знаю, кто это. Ну, тоже это присутствует в мультике. Потом идет такой вот котенок. И сахарная коллекция. Ну, или зефирный. Потом идет такой вот котик. Этот котик шел в наборе вместе с предыдущим котиком. Потом идет такой морской моржик. Морской моржик. Ой, блин. Ну, этот, морской котик. Да. Морской котик. Потом идет вот такой вот пудель.
Потом идет такой вот кенгуру. Ай, блин. Потом идет такая вот лошадка. Она шла в наборе вместе с Джейд с блестками. И она вечно падает. Потому что у нее такие тоненькие туловища, такая большая голова и такие тоненькие ножки длинные. Короче, ребята, я всех пэтов, которые я вам показывала, ложила сюда на кровать. И когда я кинула вот эту вот лошадку, и она у меня вот так вот встала надолго. Йоу. Потом идет вот такой вот рысенок, который тоже присутствовал в мультике на заднем плане. Потом идет вот такой вот тоже в форме рысенка, только космическая. Кошечка. А вот кошечка голубенькая, которая с ней в наборе шла, она у меня где-то дома потерялась. Ну, поищем ее как-то. Не можем найти уже. Где-то год. Потом идет такой вот котик. Только это девочка. Ну, для нас. Она, по-моему, тоже присутствовала в мультике, когда мышонок, я не помню, как его зовут, влюбился, что ли, в нее, не знаю. Я не знаю, ребят. Ну, может быть, это была не она, но мне кажется, то, что она. Ее зовут Соня. С чем я говорю имена? Ну, вот такая вот кошечка. Ну, вот такой же в форме кошечки, ну, космическая там. Вот, сейчас найду, попробую. Вот такая же кошечка была. Вот. С таким вот набором, вот с этой кошечкой, шла такая же кошечка, только голубенькая. Ну, космическая тоже. Только форма они одинаковые. Потом идет такая вот мишка. Потом идет такая вот собачка. Потом идет такая кошечка. Подождите, я сейчас в комнате дверь закрою, чтобы было не... Ну, чтобы не было слышно. Звуков. И опять хлопнула. Ну, вот такая кошечка и... Сейчас найду, вот она. Ну, и вот такая вот кошечка. Они могут делать вот такое вот сердечко. Милая же, правда? Потом идет вот такой вот котик. Тоже такой же формы. Ему тоже уже где-то 2 года. 3 года. Так, если мне сейчас 11, подарили мне этот набор 10. 3 года. Ай, блин, 2 года, боже мой. Ну, такой вот котик. А его сестренка, ну, по идее, набора, потерялась в музыкалке. Ой, в музыкалке, в художке. И я эту художку забросила и теперь хожу в музыкалку. И я играю на виолончели, я могу вам показать. Сори за посторонние звуки. Ну, там внутри виолончель. А это Джон дом живет. Вот. Тут. О, привет. Мой чехол и попсоки с блестками. Вот, там блестки. Пошлите дальше. Люблю этот шкаф, он крутой. Пошли снимать видео. Потом идет вот такой вот скунсик. У меня был такой же. Мне подарил мальчик. Ну, мы с ним друзья. Короче, он сейчас навсегда уехал в Анапу. Он нам подарил такой же набор с пэтами. Ну, и... Это повторный для нас был набор, и я вот эту, ну, и вот такую же, ну, такого же скунсика я обменяла на вот эту мою лисичку, которую подруга ее случайно, блин, я думаю, не случайно, а специально забрала. Я ее потеряла просто во дворе. Она ко мне вернулась. Моя подруга, короче, ее украла. И мне пришлось обменять пэта такого же. Да ладно, они одинаковые. Ну вот, имеют про скунтиков. Так что ничего страшного. Потом идет вот такая вот собачка.
Потом идет такая вот рыбка золотая. Потом идет такая же, только окрас другой рыбка. Она такая розовая, переходит на желтый. Потом идет такая вот акула. Потом идет такая вот рыбка, которая была, ну, секретный пэт в наборе джейд. Ну, с блестками. Потом идет такая вот ящерка. Тоже была в наборе джейд. Ну, опять с блестками. Потом идет такая кошечка, но тоже на камере не в лучшем состоянии, но она на самом деле в хорошем состоянии довольно. Ну, вот такая вот кошечка. Потом идет такая кошечка. Такой же формы. Да. Потом идет такой вот бегемотик. Потом идет такая вот ягуара. Типа, она из пакетика. У нас в продуктовом Самбери, где я снимала влог в магазине. Вот в этом Самбери у нас, ну, продавались пакетики. И там моей сестре попалась такая вот кошечка. Приближу мне сейчас найти этого пэта. Вот, нашла. А вот мне попалась вот такая вот собачка из пакетика. А моей сестре вот такая кошечка. Потом идет такая вот мышка. У нее очень большие ушки. Потом идет такая вот птичка. Да блин, почему камера все время падает? Потом идет такая же птичка, только с другого набора. Эти птички все время падают. Потом идет вот такая вот, ну, такой бобер. Потом идет такая вот собачка. На камере опять не в самом лучшем состоянии, но в реальной жизни тоже царапан. Но, как всегда, в реальной жизни лучше. Потом с этой же собачкой предыдущей шла вот такая наборе собачка. Потом идет вот такая вот кошечка. Она мне тоже очень нравится. А то, что у меня камера падает, мне это не нравится. Потом идет такой вот кролик без ушка, которому уже где-то 3-4 года. 5 лет ему уже. Вот что происходит с пэтами, которые у меня, когда им прошло 5 лет. Он довольно хорош в состоянии, конечно. Так, а вот тут мордочка у него потертая, глазик потертый. И вот ушка нету. А вообще, если бы всего этого не было, было бы нормально. Потом идет вот такая вот рыбка. Потом идет вот такая вот собачка. Ребят, кстати, я, похоже, нашла причину. То, что у меня камера падает. Потому что... Сейчас поменьше сделаю. Потому что тут у меня коробка, она уже почти пустая. Тут только соль захла вот эта тут. Не знаю, как там оказалось. Вот столько у меня пэтов осталось показать, вот столько я показала уже. Очень их много. Еще осталось самых маленьких показать. Вот, как раз тут совушка уже валяется. Короче, такая вот собачка, и я нашла причину телефона. А телефон-то у меня дорогой, он стоит 16... Блин, придется уже руками держать. А дорогой мне этот телефон, он стоил 16 тысяч. А это Samsung A30, и он у нас тут продается. И я его... А вот этот вот телефон, который я сейчас снимаю... Мы его купили в Питере на мой день рождения. Это подарок от тети и дяди. И папы. А на мой день рождения я лежала в больнице. И, ну, у меня день рождения 7 апреля. А 9 апреля мне сделали операцию. Прям отлично, прям.
Потом идет такая вот, ну, такой кролик. Ему тоже уже годик. Ей годик. Ну, вот этому набору уже год. И когда мы за ним шли, моя мама, сестра и я увидели кошечку, которая умерла. Сбила машина, короче, которая. Хнык-хнык. Теперь ее там нету. Я кто-то там хранил, не знаю. Потом идет такая вот кошечка. Это у многих мальчик. Но у меня это девочка. Ее зовут Флаффи. И смотри, то, что будет видно вот эту коробку. Вот так. Зато телефон будет стоять. Юху. Потом идет такая вот улитка. У нее тоже тут блестки, как на стих вот таких вот сахарных пэтов. И опять телефон упал. Короче, буду держать руками. Так что сори, то, что трясется камера. Ну, такая улитка. Короче, ребята, чтобы не трясся с камерой, было не видно вот эту коробку, которая там. Я нашла книгу. Просто рядом со мной книги лежат. И пусть книга держит. И дальше вот такая вот идет черепашка. Ну, такая черепашка. Потом идет такая же, такой котик. Ну, тоже без хвоста. Этому котику, когда мне его подарили 7 лет. Когда мне исполнялось 7 лет. Короче, прошло 4 года. Потом идет тоже кролик, тоже без уха. И... ухо ел. Ухо. Ты ухо ел? Мне так подружка говорила. Ну, похоже, походу, да, ухо он ел. Кто-то. Ну, вот такой вот кролик. Он вообще сам классный такой. Лапки такой... Да блин! Короче, такие вот лапки у него. Типа он... боюсь. И, ну, или по-другому. И вот так вот прыгает такая кенгуру. Да, у меня странные эмоции. Потом идет такая птичка. Тоже что-то на голове. Которая стирается. Ну, вот такая вот птичка. Там идет, ну, потом шла вот эта вот птичка, которая голубенькая. Ну, такая птичка шла в наборе опять. Мы только это покупали в детском каре. Там у нас пэты продаются. Только там осталось 4 пэта на выбор. И все. Ну, и вот это вот пэт, ну, вот этих вот пэтов взяла моя сестра, а я, ну, сестра моя взяла, а я взяла вот этот вот леопарда. Потом идет такая кенгурушка. Он тоже в мультике участвовал. Он в мультике — это мальчик. Да. Так что это у нас тоже мальчик. Мальчик. И мы его назвали Женя. Потом идет такая кошка, тоже не в лучшем состоянии. Тоже без хвоста, блин. Ну, такая вот кошка. Блин, у меня такие ногти, блин, длинные, надо подстричь. Потом я до сих пор не показала вот эту вот утёнка. Который тоже неустойчивый. Такие крылышки у него. Тут новый знак ЛПС. И этот утёнок до сих пор не попал в это видео. Но сейчас он попал. Потому что он шел вместе с набором с Джейд. С блестками. Потом идет такой вот ёжик. Тоже не в лучшем состоянии. Потом идет ленивец. И почему я его до сих пор не показала? Потому что... Ну, я так говорю, потому что он шел вместе с набором с Рокси. Как я не могла самых новых показать? Потом идет такая вот собачка, которую мы... Ну, моя сестра искала ее очень долго. Когда она пропала, и потом нашла. Это мальчик. Да. Это все? Блин. Блин, запись пошла, блин.
пошла. Пошла. Короче, такая вот собачка. Собачка. Это Свити. Потом идет такая барашек. Ну, или такой пудель. Для меня это барашек. Барашек. Шик. Ну, такой барашек. И такой же ежик, тоже с такими же вот глазами, которые обтертые. Я вам даже могу показать, что это не один и тот же ежик. Сейчас я его найду, если я его быстро найду. Вот, нашла. Вот такой. Вот видите, их два. И последний пэт из средних. Это вот такая, вот такой, блин, снова утенок. Утенок, потому что у него тут перепонки на лапках. И этот утенок шел вместе с набором с Рокси уже. А, ребят, сейчас я не знаю. Я сейчас должна пойти за самыми маленькими пэтами. Но они у меня на кухне. А меня уже мама зовет за кадром куча раз, ну, кушать. И я, ну, кушаем пельмени, кому интересно, я пойду ем. Так что, ладно, приступим к средним пэтам. Тьфу, блин, средним. Самым маленьким. Потом идет такая вот совушка маленькая. С блестками, что мне очень нравится. И она почему-то все время падает. И видно, мои ногти страшные. Блин.